Привет-привет! Мне пришла посылочка с Алиэкспресса. Хотя сейчас многие следят за тем, как в Китае прогрессирует коронавирус китайский. Но, ребят, посылочка мне приехала гораздо раньше. Она была выслана 2 декабря. Она выехала 2 декабря с Китая. Поэтому переживать, я думаю, нечего. Я, конечно, не Комаровский, бананов сейчас перед вами не ем, но передо мной большая коробка с посылочкой именно с Алиэкспресса. Хочу еще раз отметить тот факт, что посылочка приехала не из того города, в котором был обнаружен вирус, хотя многие телеканалы сейчас на этом делают себе рекламу, тем самым завоевывают себе подписчиков, чтобы люди смотрели. При этом, ребят, не хочу акцентировать, но показывают полнейший бред о китайском вирусе. Поэтому не буду я заморачиваться, не делать бред, не говорить бред, не поднимать панику. Просто мы сейчас распакуем посылочку с Алиэкспресса. Отмечу тот факт, что эта посылочка приехала с Китая. С чем, как вы думаете, правильно? С фонарями. Это фонари парики 56-е. В них есть определенное количество светодиодов, которые раздельной группой работают в 4 цвета. RGB White. Поэтому будем смотреть, что у нас пришло. Отмечу тот факт, что до этого у меня было таких приборов некоторое количество. Они работали очень успешно. Мне, в принципе, они понравились. Сейчас они работают на благо определенного кафе. Я поставил их там. И нареканий за 2 года, ребят, у меня к этим приборам нет. Цена, конечно, естественно, по соотношению с другими приборами, которые в той же самой модификации примерно, конечно, низка. Единственный минус в том, что я эту посылку ждал, вот смотрите сколько, 2 месяца. Раньше я получал посылку от этого же магазина, который я заказал посылки. Буквально максимум была неделя, потому что была доставка DHL. Почему раньше было вот так, сейчас вот так, я не знаю, нужно спросить у продавца. Естественно, ребят, для всех, кто желает заказать эту посылочку, ссылочка будет в описании. С продавцом я еще не связывался по поводу того, как там у них ситуация и будут ли дальнейшие посылки. В ближайшее время я с ним свяжусь, и мы решим некоторые вопросы в плане того, что я еще хочу купить таких приборов, потому что у меня есть люди, которые хотят об этих приборах узнать немножко больше, о их качестве и работоспособности, скажем, самое простое. Итак, поехали. Самое простое. Ну, бумажки вас не интересуют, хотя здесь документов пришло, блин, целая куча всяких бумажек. Единственное, что действительно мне порадовало, ребят, я не знаю почему, но у меня здесь на коробке, я думаю, вы видите, огромное количество марок наклеенных. Почему? Я не знаю. Давайте посмотрим, что это за марки такие. Я, если честно, сказать даже не знаю, что это, почему их так много здесь, почему они были наклеены, если раньше я с Алиэкспресса при любых посылках, которые я уже заказывал, никогда не получал такое количество марок. Чему это было сделано и почему так это было, я не знаю. Скажу следующее, что посылка, в принципе, долго шла. Это единственный минус, посылка шла долго, да, правда. По соотношению даже с другими посылками, которые шли с Алиэкспресса ранее, которые я заказывал, были намного по времени меньше. Итак, поехали, что тут у нас? Блин, вот, к сожалению, жалко, такая, у нас вот марочки такие красивые, офигенные. Я не знаю, кто здесь, наверное, какие-то китайские вожди, если честно, я не знаю. Но они, блин, перечеркнуты маркером почему-то вдоль, хотя, может быть, кто-то узнает среди этих марок редкую какую-то марку, и, возможно, можно будет ее продать. Поэтому смотрим дальше. Аккуратненько отделяем все от скотча, они тут скотчем запаковали, и смотрим. Ребят, я не знаю, почему мне китаец, вот еще одна бумажечка, выслал такое количество. Блин, это же какой-то капец. Вот такое количество марок. Что здесь нарисовано? Ну, тоже, наверное, какие-то китайские знаменитости, которые так же само подчерканы. Которые так же само подчеркнуты маркером. Может, кто-то знает, чем можно стереть маркер, чтобы осталась у нас наклейка. Продам кому нужно марки целое количество. Смотрите, вот еще марочки у нас есть. Вот еще. И, блин. И вот еще у нас марочки есть. И вот еще. Короче, ребят, кому нужны китайские марки, перечеркнутые корректором, блин, маркером, пожалуйста, я спокойненько вам их продам.
Самое главное, что нам нужно проверить то, что приборы у нас здесь приехали рабочие. До этого я заказывал у этого же продавца. Вот. Они приезжали, я уже вижу, в других коробках. Я потом, может быть, прикреплю фото, в каких коробках они приезжали ранее. Сейчас коробки у нас немножко другие. Вот такие. Почему такие? Я не знаю. Были коробки другие, были цветная коробка, было написано количество там светодиодов и все остальное. Итак, немножко об инструкции, которая прилагается у нас к этому прибору. Вот такая бумажечка-писюлька, на которой, в принципе, ну скажем так, есть, в принципе, понятная информация достоверная, которая здесь есть. Ну, нам, по большому счету, в принципе, ничего и как бы и не надо. Я проверял эти приборы по DMX, я с ними работал, я уже их и юзал, скажем так, во всех понятиях, которые мне нужно было. Они работали мне как по DMX, как и в свободном режиме, и меня все устраивало. Так, ну что, с этими приборами мы знакомы. Есть у нас обзор на эти приборы, вот так вот сзади выглядит входа, вход, выход. Я думаю, вы все прекрасно уже видели про них. Что нам нужно проверить? Нам нужно проверить следующее. В этих приборах иногда попадаются платы с некорректно работающими программами. То есть у меня была проблема с этим прибором, который я покупал. Это у меня был второй прибор. Я его купил, и у меня была проблема в том, что у меня не выключался белый цвет по DMX. Я написал китайцу, китаец мне очень быстро ответил, и, скажем так, мы с ним договорились, и он мне выслал прибор, вернее, плату бесплатно, которую я самостоятельно поменял. Меняется плата, кстати, здесь очень просто. Вот здесь вот есть 4 дырочки, 4 отверстия. Выкручивается, снимается задняя крышка, и выкручивается плата, снимается, она на защелках переключается, и все ставится на место. Поэтому проблем с этим нет. Значит, китаец нам выставил здесь по DMX D001, но нас это не интересует, нас интересуют программы, которые здесь присутствуют внутри. Значит, мы проверяем следующее. У нас A01, это у нас цвет белый, ну, грубо говоря, все цвета засвечиваются. Второй красный, третий зеленый. Мы проверяем сейчас каждого прибора, каждые цвета. И вот идут смешанные цвета, я уже об этом раньше писал, но у меня был по этому поводу обзор. Я ссылочку также сама оставлю в описании на видео, которых я делаю непосредственно более детальный обзор этих фонарей. Теперь мы переходим просто к тому, что у нас есть. Приграб программа A01D, A201. Сейчас мы их поставим, ну скажем, 20. Вот. Смотрим, прибор работает. Я думаю, у вас там, блин, сейчас мелькает все на мониторе. А 20. Все работает. Проверим еще slow. Медленный режим. A01 я поставил, да, вот. И должны приборы потихоньку медленно переключаться. Вот. Поставим так же самое значение 20. Вот. Значение A3 19. Ну ладно, не важно. Ой, блин. И вот у нас переключается каждый цвет по очереди. Про эти приборы, ребят, я уже знаю настолько досконально, что, в принципе, я бы мог их, скажем так, разобрать и собрать закрытыми глазами, поскольку уже стыкался с некоторыми проблемами, которые были поначалу. И то, 7 приборов, которые я заказал, проблема была в одном. Я надеюсь, что магазину этому я также само скину видео, хотя видео ранее, которое я делал, я также само скину продавцу. И, возможно, это, скажем так, увеличит количество продажи его приборов. На что, надеюсь, продавец сделает мне скидку в дальнейшем покупке. Так, прибор, в принципе, работает. Проверили мы программу А4, ставим. Это у нас идет стробоскоп под музыку. А5, это он нам покажет. Это нам покажет что? А, 0,1. Поставим 19. Давайте поставим, даже не 12, 15. Вот, стробоскоп. Работает. А6, это нам покажет режимы, которые он умеет делать сам. А7, та же самая история. Единственное, что я сегодня с собой не взял домой DMX пульт, я бы его проверил. Значит, по DMX, что хотел уточнить, в прошлом видео я не акцентировал этого, значит, сделаем следующее. Вот у нас стоит D01, это у нас первый канал по DMX.
На пульте, на расческе, обычной расческе, это у нас будет первый канал. Но учтите, что у нас будет первый. Жалко, опять нет расчески, я бы вам показал бы. Первый мы выводим общий фейдер, который у нас есть. Потом следующие у нас идут цвета. Идет красный, по-моему, зеленый, синий и белый идет последний, по-моему. Если не ошибаюсь, это будет пятый. Первый у нас выводится общий и все остальные дальше. Чтобы нам забить в две группы, нам следующее нужно сделать. Соответственно, мы считаем, у нас это DMX адрес первый. Следующий может быть 11 или может быть 13. Вот я не помню, если честно, у меня там разные есть, просто есть приборы парики, которые сочетаются с этими цветами. И вот будет примерно сочетание с, по каналам или 11 или 13, если честно, не помню. Но, значит, приборы работают корректно по освещению, ну я не знаю, наверное, вам видно будет. Вернее, вы видели, что действительно прибор работает очень и очень-очень ярко. Если брать сочетание их с париками другими, какими-нибудь китайского производителя, ну, если честно, я не знаю, ребят, ну, вам вот сзади тут, наверное, видно, как он фигачит. Я уже обзор на них делал. Они очень-очень намного лучше светят в плане с тем, что есть другие приборы такого же самого плана, которые светят не так ярко. Единственное, что отмечу для себя, если честно, я нашел приборы немножко лучше, которые стоят ценовой политики намного дороже, в два раза дороже, чем эти. Эти приборы где-то примерно стоят, но они в зависимости от, скажем так, времени года, если есть акции и скидки, стоят, разница пляшет. Но в среднем цена их 1200-1100 гривен на сегодняшний день. Бывают скидки, когда они стоят 900 гривен. Бывают скидки, когда они стоят 1000 гривен. В какой момент вы их купите, в принципе, примерно в этот момент и будет у вас такая ценовая категория. Приборы, которые я нашел немножко лучше, они имеют 4 светодиода, 4 цвета в одном светодиоде. И они светят, скажем так, ну да, пробивают они ярче. Мы посмотрели один прибор, давайте теперь посмотрим, быстренько проверим просто другие. Я оставлю здесь просто музыку, я не буду ничего комментировать, я просто проверю все остальные 4 прибора, которые ко мне приехали на работоспособность. Итак, народ, все приборы я проверил, все приборы рабочие, комплектуются эти приборы вот такими вот ножками металлическими. Одна вот такая, другая вот такая ровная. И, соответственно, к ним в пакетике идут ручки, вот такие вот примерно. И еще комплектуется такой прибор вот таким вот DMX проводом. Да, конечно, провод действительно, ребят, китайский, да, действительно, ну тут паяно-шмаяно. Ну и так далее. Но тем не менее, у меня эти провода уже живут 2 года и они работают. Поэтому, ребят, нареканий к этим приборам у меня, лично у меня нет. Ценовая политика, категория их очень достойная, скажем так, допустимая каждому. У меня такие приборы заказывали люди, которые пользуются лайт-декором. Я так же сам, такие же самые приборы использую для лайт-декора, для мероприятий. Кстати, кому нужно... Мы можем спокойненько приехать, отработать вам корпоративчик какой-нибудь, свадьба, будь то юбилей и так далее, с такими же самыми приборами и с другими, и у меня еще есть конора и так далее. Поэтому, скажем так, нареканий к этим приборам у меня в принципе нет. Бывают нюансы, бывает там надо бывает чистить вентилятор, потому что он забивается пылью и иногда, ну скажем так, ну да, нам нужно уделять этому внимание и немножко прочищать. В принципе, даже если оно в пластиковом корпусе, и многие говорят, что типа пластиковый корпус, он будет греться и так далее. Ребят, в металлическом корпусе приборы греются не хуже. Но разница между хорошими и качественными приборами, которые я сейчас пользуюсь, у меня их 4 прибора, не буду называть фирму, скажу следующее, что там 4 цвета в одном светодиоде. Вот, да, они, конечно, светят намного ярче, как я уже сказал, не чуть-чуть меньше, чем эти, но для небольших помещений, скажем так,
мероприятие, чтобы отработать примерно количество зал небольшой на 40 человек, который помещает, и танцевальная площадочка примерно около 20-30 человек, этих приборов будет достаточно. Более-менее концертные варианты, ребята, конечно, они действительно стоят дороже и так далее, и так далее. Единственное, но если хотите себе сделать световое оформление среди париков, возьмите себе определенное количество таких приборов и другие под MX к ним не подключайте. Да, я знаю, что если это управлять USB DMX контроллером с ноутбука или с компьютера, проблемы все решаются. Но если вы будете управлять собой на расческе, обычной, простой расчески, которая будет управляться по DMX, у вас некоторые будут сложности в плане того, что вы не сможете эти приборы помирить с теми приборами, которые у вас будут дальше. Будут какие-то неувязки. Кто не понимает, проблем будет намного больше. Кто понимает, проблем будет немножко меньше. Я ими остался доволен. Все, на этом все. Всем пока. Ставьте лайки, комментируйте, обязательно подписывайтесь на канал. Я думаю, ничего страшного, заказывайте по ссылке на Алиэкспрессе, поскольку я думаю, что проблем у нас не будет. Всем здоровья, счастья, успехов творческих и всем пока!